Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посвятить вам группу уникального сервера в КРМП. На этом сервере при входе выдается админка. Сейчас здесь онлайн 40-50 человек, но когда онлайн уже будет 60-70, здесь уже уберут админки. Поэтому успейте получить вашу админку при входе. Ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на стиле GTA RP, 5 сервер. Да, чуваки, я начинаю здесь играть, это будет моя новая жизнь на новом проекте, в принципе. У них здесь Кирилл Путбуль. Да, наконец-то я играю под своим любимым ником, как всегда я играл раньше. Вообще просто охрененно. Пацаны, кто хочет мне помочь, кто хочет со мной играть, вводите обязательно мой ник при регистрации. Когда вы достигнете 5 уровня, мне капнет 100 тысяч. Я буду вам очень благодарен, потому что это для меня новый сервер. И я бы очень был доволен, если бы вы мне помогли здесь развиваться. Итак, чуваки, я себе уже купил квартиру. Я не понимаю, что с лицом у этого бомжика. Что-то челюсть отпала, малёха. Поэтому, без понятия. Я себе уже купил квартиру, пацаны. Я задонил просто 200 рублей. Купил себе квартиру за 100 тысяч. В Южном. Вообще замечательно. Почему 5 сервер, чуваки? Первый, второй, потому что, я думаю, уже забито. Там экономика очень сложная. На втором, в принципе, играет ГВР. В принципе, я смысла не вижу туда идти. На третьем Булкин. А я решил пойти на пятый, где экономика более-менее, понимаете? Чтобы... Да, здесь онлайн, конечно, 201. Сейчас у нас время 9 утра по Москве. По моему времени 9 утра, а сейчас, ну, по времени по Москве 10 часов утра. Здесь онлайн доходит до 400 и так далее, 500 бывает даже. Но мне, думаю, этого хватит. Я решил именно на пятом сервере начать играть. Здесь играют также мои подписчики, какие меня позвали именно на пятый сервак. Вот, я давно собирался на GTA RP пойти, когда мой аккаунт еще на мазнике деактивировали. Я собирался на GTA RP пойти. И вот я начал здесь играть. Пока что, пока мой аккаунт в бане на Амазинге. Если его не разбанят, в принципе, я уже здесь останусь навсегда. Если разбанят, то я буду и играть на Амазинге, и здесь. Я задонил, пацаны, 200 рублей. Кстати, я квартиру оплатил, у меня она оплачена на 14 дней уже. У меня денег вообще не осталось, пацаны, 400 рублей. Я себе купил машину. Да, пацаны, купил машину себе. Вот такая вот шаха, да. Пацаны, вот такая вот шаха. И убил на нее блатные номера такие. Конечно, не очень блат МХВ 3.0, но все равно блат такой неплохой. Я считаю, это нормально. Я уже ее протюнил. Как видите, поставил диски вот такие вот. Дисочки. Такие вот красивые. Нитросик поставил. И протюнил ее. Поставил три улучшения. Это буст, чтобы она быстро ехала. И карпас, давайте покажу вам. Вы должны находиться в авто. Давайте сядем в машину. Я вам покажу карпас. В принципе, сколько она теперь валит и сколько она до этого валила. Вот, карпас. Стокина едет 69. А в тюнинге она уже едет у меня 76. Хотя тюнинг вообще сделан на процента 3, наверное. Давайте заводим машину. Сейчас вам покажу, как она едет. В принципе, да, пацаны, я уже обжился. Так сказать, я только сегодня начал играть здесь. Поэтому сегодня 20 число, я только сегодня начал играть на данном проекте, в принципе, и мне здесь нравится. Мне здесь нравится, конечно, хотелось бы уже большего. Хочется очень бы V5.60, но у нее тюнинг, во-первых, дорогой, и она стоит, я не знаю, сколько, где-то ляма 2, наверное, или 5 лямов. Я точно не знаю, я в автосалон элитных машин ездил, ну, не элитных, а иномарок. Я вот себе купил шестерочку, в принципе. И мне заебись, так сказать. В будущем планирую здесь развиваться. Хочу себе купить какой-то бизнес, дом уже. Машину охуенную хочу тоже себе. Ух, ебать, вот это, блять, пацаны, да. Вот ремень надо пристегивать, пацаны. Буст, это, конечно, тут страшная тема, но веселая. Страшная тема, но веселая. Давайте, а ну, выйдем с машины и сядем назад. По идее, должно нитро появиться. Так, это я закрыл ее.
Так, открыл и садимся. Да, вот. Ну, едет у нас с 76. В принципе, нормально. Нормально валит малышка. Конечно, хотелось бы что-то получше себе, какую-то машину. У меня была такая возможность, но я решил лучше потратить эти деньги на тюнинг и купил себе шестерочку. Она стоит в салоне, я не помню сколько. 90 тысяч, по-моему. Если я не ошибаюсь. Штрафики к нам приходят вообще за... Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Фу-ху-ху. Я не очень еще привык к этому, что она так едет быстро. Поэтому извиняйте, если что. Что-то не так, извиняйте, пацаны. Но это жестко. Бус, это, конечно, полная жесть. Вот такая вот на стиле, я думаю, шестерочка. Мне вообще на по кайфу, как по мне вообще так выглядит. Машинка прям, именно соска просто. Просто реально сосочка. Мне реально очень нравится эта машинка. Выбил, наверное, такие номера. Так, вон, ДПСники или ППСники. Ну, блин, конечно, я хочу ее полностью протюнить, чтобы она была в фулл тюнинге. Я не знаю, сколько она будет в фулл тюнинге ехать, но я очень хочу, чтобы она была в фулл тюнинге. Чтобы я ее протюнил. Да, именно до, ну, полностью, чтобы тюнинг был. Потом, возможно, я продам, что-то другое куплю, не знаю. Вот долбоёб на Бентли просто, блядь. Какой же даун, пацаны, какой же даун. Надо ремень пристегнуть. Все. Ой, если я очень хотел бы, кстати, вот эту тачку. Тоже прикольно. Волка бы, если тоже хотел бы. Но все еще у нас впереди, пацаны. Думаю, мы будем развиваться здесь. Точнее, я буду развиваться. И вы поможете мне тем, что будете регаться на мой ник и бегать вместе со мной. Как бы, если 10 человек зарегается на меня, то это уже будет лям, пацаны. Представляете? Ну, зарегается до 75 уровня. Это будет уже лям. Давайте починимся. Конечно, у меня денег, блядь, куры не клюют, ну ладно. Я думаю, это будет достаточно. Так, давай, чувак, чини меня. Чини. Так, ацепт, по-моему, да, ацепт. Ацепт 103. Ладно, давайте поедем дальше, что-то он не отвечает. Нитро у нас нету, да? Блин, там была семерочка, пацаны, но, блядь, она как-то не очень. Как-то реально не очень была. Не знаю, можно будет попробовать еще потом номера выбить, когда деньги будут. Просто номера стоят 10 тысяч получить. Я потратил где-то... Я их выбил, кстати, с третьего раза. С третьего раза я их выбил, эти номера. Потому что я знаю, что на GTRP можно номера спокойно выбить, блатные. Я, в принципе, Булкина смотрю. Я уже Булкина, ну, как он только начал играть на GTRP, ну, я его смотрю уже Булкина 3 года где-то. Как бы. Или 2 года. И как он только начал на GTRP играть, я смотрел все серии. И смотрю до сих пор. Хотя на GTRP на то время я даже ни разу не играл. Но смотрел, как играют. В принципе. Люди. Ну, то есть Булкин как играет. Я смотрел. Мне очень всегда понравилось это еще. И вот я начал здесь играть. Как-то так. Бензина, конечно, здесь запасом, блять. Я не знаю, как его этот весь выкатать бензин. Даже что если дальнобойщиком работаешь, я думаю. Так хрен выкатаешь. Ну ладно, вот такая вот, пацаны, была познавательная для вас серия. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the